Итак, дорогие друзья, переходим с вами ко второй части нашего этюда. Она очень простая. Все произведения, все этюды устроены логично. То есть, навряд ли у вас в вашей музыкальной форме будут встречаться абсолютно разные какие-то кусочки. То есть, вот мы сейчас сыграем первую часть нашего этюда, я покажу. Теперь мы повторяем то же самое в басу, но на другой струне. На струну выше, на пятой, второй, первый, второй и третий лад, нота соль на шестой струне. То есть вот, смотрите. Я сыграю вам эти две части целиком, то есть навык. Он у вас уже отработан на первой части. Нам только остается перенести его на одну струну выше и получить продолжение нашего замечательного этюда. Играю две части целиком. Третья часть нашего этюда, она очень простая, она, скажем так, немножечко сокращенная. Нам надо взять на втором ладу ноту фа диез на шестой струне, а потом открытую ми. И берем натуральный флажолет на 12-м ладу. Сейчас я все это расскажу. Значит, еще раз, третья часть нашего этюда. Второй лад на шестой струне. Открытая ми. И флажолет. Не путайте, здесь нету первого лада, ноты фа, бекар нет. Давайте я вам еще его сыграю целиком. Ну, сойдет для первого раза, скажем так. Вот, натуральный флажолет на 12-м ладу. Смотрите, вот где две точки, у вас 12-й лад. На классической гитаре 12-й лад, это где у вас дека гитарная вот здесь начинается. Над правым порожком от вас, вот над этим. Вот левый порожек, вот правый. Мы берем и чуть-чуть касаемся подушечкой пальца струны именно над порожком. Вот если я возьму здесь, звука не будет. Если я передавлю тоже, звука не будет. Вот еле-еле прям надо коснуться. Это можно сделать любым пальцем левой руки. Как первым, вторым, третьим. Вот я третьим, мне привычно. Это можно сделать, как бы ноты по отдельности взять, так и вместе. Или так арпеджировано. Вот. Хорошая, красивая концовка у вас получится. Ну, соответственно, на всех струнах. И сразу, ну, естественно, мы убираем палец. Не надо его держать, когда мы извлекли звук. И не надо вот так вот их выкидывать, как вот начинающие любят делать. Все четко, спокойно, аккуратно. Все. Потренируйте этот навык отдельно, этот прием. Он у вас, значит, должен выработаться в такой вот красивый флажолет с первого раза. А сейчас я расскажу, как мы дальше поступим с нашим этим этюдом, когда мы его уже разучили и наиграли в восходящем движении.